Друзья, всем привет! Сегодня у нас третья и теперь уже наверняка заключительная серия по Infiniti G35, который два раза был на моем канале, оба раза залет, оба раза люди попадали на деньги, и в прошлой серии я предложил этот автомобиль уничтожить. Откликнулись ребята, которые производят тепловизоры, которые связаны с оружием, производят профессиональные тепловизионные системы, и мы приняли решение автомобиль уничтожать физически. Сегодня этой машины не станет в принципе. Мне хотелось бы представить спонсоров и показать, из чего мы будем сегодня отправлять этот Infiniti на тот свет. Пожалуйста, знакомьтесь, Сергей. Добрый день, друзья и подписчики канала Максима. Компания «Фортуна» выступила спонсором сегодняшнего редкого мероприятия. Мы производим и предлагаем тепловизоры различного вида и назначения. Это прицелы, насадки, бинокли и монокуляры различных модификаций и для различных областей применения. И только для подписчиков канала Максима Шелкова мы предлагаем беспрецедентную скидку 10% по промокоду Максим Шелков. Друзья, я лично выступаю гарантом того, что ни одна запчасть, ни одна деталь от этого автомобиля не уедет дальше этого полигона. После того, как автомобиль будет физически уничтожен и он перестанет существовать, этот автомобиль будет утилизирован. Сегодня мы будем производить отстрел и расстрел этого злополучного Infiniti при помощи тепловизоров. Если вы не знаете, что это такое, посмотрите, пожалуйста, на экран. Это выглядит примерно так. Также мы хотели бы выразить благодарность руководству и команде полигона СВД клуба, которые нам любезно предоставили полигон для того, чтобы мы здесь сделали все, что хотим, конечно, в пределах разумного. И потом автомобиль будет утилизирован. Но для того, чтобы полнота картины, скажем так, сложилась на 100%, нам нужно пригласить, само собой, последнего владельца этого автомобиля. Роман, я тебя прошу, зайди. Привет, наконец-то мы увидим тебя в лицо. Добрый день. Ты сделкой доволен? Конечно, доволен. В принципе, все вернули во свояси. Ну, замечательно. Я напомню, Роман получил 360 тысяч рублей. Ему компенсировали полностью стоимость автомобиля. Он почувствовал себя крутым парнем. Он дрифтил, он ездил, он радовался покупке. Потом у него все в одночасье упало вниз. Но мы с партнерами из компании «Фортуна» решили сделать такой подарок. На самом деле это эксклюзив. Друзья, это правда эксклюзив. И крайне редко подобные проблемы, в которые попал Роман, заканчиваются тем, что мы сейчас увидим. Кстати, то, что мы сейчас увидим, честно говоря, даже у меня тяжело укладывается в голове, но мы не будем сейчас намазывать очень долго влево и вправо. Предлагаю машину ставить на огневой рубеж, заряжать оружие, настраивать оптику и прожарим этот Infiniti так, чтобы к концу даже самый, не знаю, там рукастый мастер, профессионал, когда увидит этот автомобиль уже в конечном виде после нашей прожарки, сказал: о боже, и это не восстановить в принципе. Перед тем, как начнем стрелять по основной мишени, стрелкам потребуется пристрелять оружие, подготовить оптику. И уже после того, как все будет настроено, автомобиль выставим на огневой рубеж и начнем шпиговать ее свинцом. Так, все пристреляли. Роман, подходи ко мне, как последний владелец данного автомобиля. Давай с тобой, значит, проверим комплектность. ПТС. Подтверждаешь. Свидетельство о регистрации. Куча каких-то бумажек, купля-продажа, какие-то квитанции, договора. Я тебе доверяю выбрать место, где будут лежать эти документы, чтобы, не дай бог, не потерять. Это же важные бумаги. Сам понимаешь, либо под дворник, либо в багажник, либо в салон. Положи, вот куда ты считаешь нужным. В салоне? Ну, положи в салон, да, куда-нибудь положи. У нас есть задача сделать так, чтобы эта машина никогда в жизни, абсолютно ни при каких раскладах, давай пускай, больше не попала на рынок подержанных автомобилей. Для этого мы демонтируем накладочку. Табличка, она же накладка. Снимаю я ее с этого автомобиля второй раз. Можно сказать, сорвали погоны у предателя. Табличка, кстати, не оригинальная. Просто кусочек алюминия, который сверху был покрашен в черный цвет. Держи. Я предлагаю следующий порядок действий. Каждый стрелок для начала на прогрев выберет себе один элемент, какой-то, например, фара, по зеркалу. Ну, что здесь еще можно по эмблеме садануть. И давайте поставим тогда экшн-камеры. Например, одну в салон поставим, рискнем ей. Ну, расфигачит, значит, расфигачит. Одну тогда ставим либо на угол крыши и направляем на зеркало, либо пусть вот так стоит. Но вполне возможно, не вполне возможно, обязательно разобьется стекло, просто вопрос, когда оно разобьется. Значит, лево-право по себе. То есть вот фактически, как смотрим на автомобиль, это лево, это право. То есть говорю, например, работаем по правому зеркалу. Ну, соответственно, по правому зеркалу, по левой фаре, по левой фаре. Первая цель – левое зеркало. Огонь! Огонь! Готов? Огонь. Ой, где стой? Есть! Ушло! Вот это было красиво! А смотрите, как интересно получилось. Теперь у Infiniti дворник, как у старого Мерседеса 210-го. Один. Он ее убил. Ты ее убил, он заглохла. Заглохла. Практически как белку в глаз. Посмотрим, что осталось. На самом деле материала у нас еще для работы довольно много, но все равно красиво. Смотри, Володь, попал в поворотник, как мы и заказывали, но поворотник живой. Попал рядом с отражателем практически. Зато когда ты сказал, что пальнем по болтикам, вот, практически так и получилось, да. Но мне же в тепловизор не видно, я угадываю. Смотри, как интересно. По ходу дела рикошетом или отлетало. Это же одна пуля, я так понимаю, да? Да? Поднимем капот. Так. Вот он, смертельный выстрел. Бачок. Бачок. Это, скорее всего, попало в эту головку. Она остановилась. Я тоже думаю, на самом деле, что пробило двигатель. А мы даже увидим. Эта крышка сейчас, вот, она где-то вот здесь. Ром, может, попробуем еще раз завести, а? Что, может, просто заглохло или все? А, слушай, силовой провод-то ребит. Ну, чтоб... Слава японскому автопрому. Вот кто после этого скажет, что японские автомобили... Давайте прям поаплодируем, серьезно. Ну все, хватит. Поаплодировали, хватит. Просто ее сейчас в хорошие руки, в гаражик завести, ее через месяц выкатят в продажу. Давайте теперь все вместе заряжаемся и шквалом ее сносим. Огонь! Господа, у меня есть для вас хорошая новость. Я не знаю, как понравится она владельцу экшн-камеры или нет, но у нас будет шикарный кадр, потому что кто-то из вас подстрелил экшн-камеру. Красиво. Красиво, ничего не скажешь. Да здравствуйте, японцы. Вы посмотрите. Японец. Вы на вот это посмотрите, этот обрубок, он все-таки не сдается. Да, и японец не пустил картечь внутрь. Это картечь. Да, смотри. Да, картечь не прошла. Картечь отрикошетила. Движок работает, нет? Нет, движок нет, это обломок от щетки. Работает. Панель приподняли слегка. Что у нас еще? По крыше. Кто-то по крыше, короче говоря, отработал. Мою камеру нет. Ну, а где она вообще, эта камера-то теперь? Ушла? Нет, вот моя. Здесь стояла камера. От камеры нашли резинку какую-то. Вау, ну вот это хоть что-то похоже на расстрел. Нет, нет, смотри, прошли пули, да. В инжектор они прошли. Пока недоволен результатом, нужно крошить, потому что при должном умении закатить ее куда-нибудь в гараж, она через месяц уже выйдет опять в продажу. Что делаем? Попытаемся сейчас найти экшн-камеру, нам хотя бы что-то... Нашли? О, флешка, да? Нашли флешку? Вот ее, да. Работаем шквальным огнем, как прицельную точку определяем эмблему Infiniti и со всех стволов по морде и по мотору. Огонь! Другое дело, совсем другое дело. Двигатель покрошили, стекло покрошили, подкапотка вся убита, ремни посрезала, клапанные крышки пробила, опорный стакан пробила, лонжерону досталось, мясо. Все, вот это вот с моей точки зрения восстановить будет очень тяжело, прям очень тяжело. Но мы не будем останавливаться на достигнутом, отработаем бочину, и потом будет у нас прямо... контрольный в голову, чтобы наверняка. Огонь! Ты азартный. Другое дело. Вадик, я прошу тебя, покажи накладочку. Уничтожено в ноль, просто все, нет шансов. Сейчас. Мы это сделали, мы прервали порочный круг, больше этот автомобиль никогда в жизни не появится в продаже, он не будет продан с обманом, без обмана, абсолютно неважно как. Люди потеряли такое количество денег, такое количество нервов, что лично с моей точки зрения эта машина, она не могла найти иного пристанища, как сгореть к чертовой матери на полигоне. Сергей, еще раз огромное вам спасибо, что помогли нам, спасибо компании «Фортуна». Вы проспонсировали и организовали феерическое зрелище. Я уверен, что редко какая история по залету при покупке автомобиля заканчивается таким ярким, интересным финалом. Никто не попал на деньги, все остались при своем, и мы получили замечательный, наглядный пример с очень счастливым концом. Но, друзья, скажу вам честно, это исключение из правил. Обычно все заканчивается по-другому. Поэтому проверяйте то, что покупаете, и будет вам счастье. Роман, на тебе замкнулся этот круг, ты, можно сказать, родился в рубашке, и два слова. Огромное спасибо. Я не знаю, что бы я делал без вас. Ты, скорее всего, продавал бы машину на запчасти, и потом эта машина где-то, когда-то всплыла бы, потому что у нее других вариантов не было бы вообще. Вот, в принципе, было куча писем на тему «Купим эту машину на запчасти», «Купим эту машину на запчасти», «Купим, купим, купим». По итогу я прекрасно понимал, что на запчасти она все равно не пойдет. Даже если она пойдет на запчасти, все равно столько людей пострадали, столько людей попали на деньги, их обманывали, они нервничали, переживали, волновались, и мы упокоили этот автомобиль на полигоне СВД клуба, за что полигону отдельное спасибо. На сегодня, я думаю, мы закончим. Еще раз огромное спасибо всем ребятам, которые стреляли метко. На самом деле мы рассчитывали, что будет все гораздо скромнее. Когда мы сюда приехали, увидели команду людей, увидели кучу камер, целый полигон в нашем распоряжении. Мне было очень приятно, и видно, что нас встретили с душой. Еще раз всем большое спасибо. На сегодня все. Всем пока.